А в Махачкале возбуждены уголовные дела о незаконном присвоении 3 земельных участков общей стоимостью 25 миллионов рублей. Земли расположены в районе путепровода на улице Аэропортовской шоссе общей площадью более 2000 квадратных метров и поставлены на кадастровый учет на основании поддельных документов. Прокуратура обратилась в Кировский районный суд Махачкалы с требованием изъять и вернуть их в муниципальную собственность.